студии мы встречаем Владимира Соколова, Александра Порожного и Владислава Судакова. А вместе они, мы всех их знаем, мы все их любим, потому что были они в студии в нашей и в Ханты-Мансийске, и в Югре не раз. Арт-группа Ларго. Друзья, вам доброе еще раз утро. Браво. Доброе утро. Скажите, доброе. Как много времени прошло с вашего последнего визита к нам? К вам в студию? Вообще. Давайте начнем сначала со студии, с Ханты-Мансийской, с Югры. Год, наверное, прошел. Как... Целый год? Да, целый год. Ну, что изменилось за год? Потому что ваш визит в Югру, он непростой. Миссия важная, ответственная. Давайте рассказывайте. Мы сегодня в Югре буквально 5 числа презентовали диск 3. Угу. Благодарю тебя, мой вседержитель, который хотим подарить всей вашей команде. Давайте от покажем. Нас. Спасибо огромное. С любовью. Спасибо огромное. Подарить можно... наш маленький. Ну, ага, показать, ладно, хотел. Да, хорошо, а то я уже сразу все забираю. Он уже загробастал. Да. Итак, сколько песен здесь на диске? И есть еще, да, одно событие, еще одна песня, которая для нас, именно для югорчан, да, и для ханты-мансийцев является, ну, очень важной и нужной. Сколько песня песен? «Благодарю тебя, мой вседержитель». Да, собственно, которая и явилась, да, названием да, диска. Это заглавная песня нашей пластинки. Угу. Автор этой композиции — митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Владыка Павел. Угу. Но я хочу сказать, что там не только эта песня, автором которой он явился, да, еще «Исповедь души» и «Моя Россия». Так, хорошо. Сколько времени вам было необходимо для того, чтобы вот записать этот диск, сделать обложку, продумать концепцию? Год. Сколько трудились? Целый. Год. Вот, да, собственно, да, и через год, и добро пожаловать. Представляю вам продукт. Да, от года к году. Да, продукт ожидания, мы скажем так, ожидания в год. У нас, знаете, так получилось, что 2017 год мы выпустили две пластинки. Собственно, первая — это «Слава Богу за все», потом «Великопостные песнопения», это «Душе моя восстание», второй диск. Ну, и это третий, вот такая вот трилогия. Ну хорошо, так. Вот в такой благородной, да, и духовной, богатой работе есть какие-то сложности в записи диска? Были? Все надо пропускать через сердце, самому, через душу. Если нет в этом благословения, угу, то ничего не получается, честное слово. Вот, мы можем говорить о песне там, да, бесконечное количество времени, но если мы ее, собственно, да, потому что это не только песня, вы записали еще и клип. Все правильно? Да, да. Все на эту песню посмотреть. Уже сделан на эту был песню клип. Сделан клип, и вы знаете, очень хорошие отзывы получаем о видеоработе, о музыкальной работе, вообще о полном продукте. Благодарю тебя, мой вседержитель. Ну, я говорю, мы можем говорить бесконечно, но давайте посмотрим. Давайте посмотрим отрывок. Итак, друзья, внимание на экран. Благодарю тебя, мой вседержитель. Благодарю, Создатель мой благий, за плоть, за кровь и мою душу, за все тебя благодарю. Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле, спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле, и всех живущих на земле. Да, очень не хочется продолжать тему, хочется еще и слушать, и слушать, и слушать. Но вот скажите, песня-то такая насыщенная, да, духовная. Чтобы ее исполнить, все-таки что необходимо вот для вас? Над чем прежде всего работать? Потому что песню уже проживаешь. Ну, то есть, как любое свое детище, да, переживали по поводу записи? Нужно было получить какой-то определенный опыт жизненный. Наверное, вот те предыдущие пластинки, которые мы выпустили, это был какой-то этап подготовки. Но вот вы же тоже приложили руку к созданию этой песни, да? Конечно, аранжировка. Безусловно. Аранжировка, да, это ваша. Наша аранжировка. Да, а да, получается, музыка и слова
Митрополита Павла. Мелодия митрополита Павла, слова митрополита Павла, а аранжировали уже мы сами. Хорошо, где ваши поклонники могут найти, приобрести? Ой, для Ханты-Мансийского автономного округа это вообще очень просто. В храмах Ханты-Мансийской митрополии. Вообще, в принципе, ханты-мансийские люди любят, когда все просто. У нас, знаете, даже интересная история получилась. В Краснодаре и у нас на Кубани нас спрашивают о том, где приобрести диск. У нас их уже нет, поскольку все они закончились. Это третий диск. Предыдущий диск. Мы говорим, обращайтесь туда. И вот звонят, пытаются отсылать посылочками. Вот такая вот история. Люди с Кубани, из России звонят в Ханты-Мансийск и приобретают по почте, там пересылают. Да зачем звонить? Пусть приезжают. Пусть приезжают. Мы и... Как мы. Да, да, да. Мы и туризм подымем, понимаете? Вам спасибо огромное, что презентовали. Вам желаем хорошего, доброго утра. И, конечно же, добро пожаловать в игру. Не первый раз. Всем югорчанам огромный привет. Спасибо огромное. С гостями прощаемся. С вами Жуинец. Две с половиной минуты. Не скучайте.